И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе, и сегодня мы пойдем в космос. Да, пойдем в космос. Но перед этим расскажу, что такое, где. Во-первых, миссию я прошел сразу же. Я спутал вот это вот с этим. И здесь альфа-то, да, я не прошел, там, где, извините, надо мобов убивать вручную. И даже сброс статов мне не помог. Ну, кстати, единственное, что хпшку взять, сделать поменьше, может быть, это поможет. Не хочу даже разморачиваться. А это я сразу же прошел. Ну, ничего, на альфа еще раз прошел. Потерял, конечно, я там мишеню. Да. А, суть в том, что Сарка выбил меня с седла, завалил мишенью, в общем, короче, да. Вот, седло я там потерял, бог с ним, короче. Вот, и на спину я тоже всех прошел. А, рыбалка на болоте, ужасное говно. Но сегодня мы пойдем в лунный биом и на скифах. Токийский скиф, ну, понятное дело, это к чему отсылка. Но почему я захотел на скифах? Во-первых, это легкая миссия, не считая космического джема. Вот, это легкая миссия для лунного биома. Ну и во-вторых, это все-таки этот, господи. Погонять на скифах. На скифах я ни разу не катался. Вот. И вот здесь вы можете увидеть, что тут вообще вот это вот было. Короче, ну, безумие еще то. Но зато двух тек рексов потомил 180-го левла. Вот. Самец-самка. Это просто подпрокачание чутка. Самка была одна, но она топовая была по урону. Самца выбирал из двух более топового. То есть самка она изначально топовее была по урону. Вот, это можно даже вот увидеть. Но хп у нее чуть, типа чуть меньше, но зато по урону она топовее. Вот, как видите, урон вкачанный одинаково. Но, кстати, почему-то у него хп качалось. А, ну хотя да, я же два левела там еще не с этого. Я их уже спарил и получил яйцо. Яйцо я получил. Вот такое. То есть, как бы, буду выращивать его вместе с магмозавром. Посмотрим, что, когда, где. Вот. А пока что так. Вкачал здоровье 52 тысячи. Чтобы было именно так. Вот, и качается потихонечку урон. Надеюсь, тоже потихонечку урон качается. Но сейчас пойдем в лунный биом. Я там уже поставил телепорт на в космосе. Там у меня на N-ку, если не ошибаюсь, телепорт. То есть, если через так телепортировать, ну, через Хелену, то... А чё это у меня хп так мало? Надо будет с этим что-то разобраться, если не забуду. Вот, то есть, если через телепортироваться через хилинку, то это телепорт на N будет. Ну, ёпта, вы же за ногу, да пошёл ты, шоп, задолбали меня уже, задолбали. Тут, конечно, еще то редкостное безумие творится, это прям ад, адовый. Ну, а что поделать. Так. Где ты у нас находишься? Хе-хе, смешно. Так, территорию разведал. Короче, надо тпхаться на эску. Черт побери. Тпхаемся на эску. Ну, примерно туда. Мы на месте, точно у цели. Так, мы на месте, точно у цели. А где миссия? Да ты серьезно? Ё-моё, это мне надо, короче, как-то взлетать наверх. Туда-сюда лететь, и все в таком духе. Да? О, господи, ты срань, ты меня испугал, ты, твою мать. Ну, короче, да, добираться еще та жопа будет. Хотя, слушай, может попробовать на... СЕС гонять?
Ну-ка давай вниз и погнали на SE. Пятерочек. Не то. И погнали на... Может, СВ, я не знаю. Да, СВ все-таки. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Телепортация всегда вызывает у меня головокружение. Нифига не помогло. Суть не меняет. То есть я вот отсюда поехался сюда. В общем, мне точно так же собираться все равно наверх. Ну, это проблема. Это чертовски сильная проблема, так как добираться очень далеко. Очень далеко. Но я, походу, добираться буду уже за кадром. Короче, не знаю, как нужно было сюда добираться, но я задолбался сюда добираться. Прям очень сильно. В том плане, что... Кирками. Альпинистскими кирками я забирался. Часть пути я пролетал на это, а где не хватало альпийские кирки, и вперед, как говорится, вниз. Да, ну а куда деваться, куда деваться. Сейчас избавимся от этих чуваков и нафиг. Да, у меня стоит мод для тех, кто не постоянно смотрит мои видосы, а просто глянули эту серию. У меня стоит мод на убер дофига хорошее оружие, чтобы уже пройти эту генезис, потому что я задолбался. Это убер усложненные миссии. Ну, не считая бета и гамма, альфа, убер усложненная миссия. Вот. Не можешь жить без гонок, выживший? Погнали. Я тут брал заметку. Погнали. Вот. Скиф. Я ни разу на нем не катался. Понеслась. Давай, газуй же. Я ни разу на нем вообще не гонял. Вот это прям реально первый раз, когда я скифа вообще оседлал. Единственное, что я знаю, это типа... Хорошая такая переносная платформа, а-ля Кицали, все в таком духе. Вот. И он может к себе хватать всяких диносов. Вот. Это единственное, что я знаю про скифа. Ты что? Это чего он отключился? Мне даже интересно. Такс. А как опускаться на контрол, правильно? Ну-ка, отлично. Ай, да нафиг это ускорение. Так, shift, это всегда жмешь. Control вниз, ну это у меня контрол. Я на контрол. Давай, кому покажем? Ты что, дурная что ли? Я тут справиться не могу с управлением. Погоди. Ай, я врезался. Братва, не бейте. Так. Ёп твою ж за ногу. Давай, разворачивайся. Как без шифта вообще управляться не могу. Если уж на то пошло. Зажимаю shift, хоть какое-то управление идет. Ах ты ж, ёп ты ж. Это вы специально через это, что ли? Да подожди ты. Ну, можешь уже телепортировать, давай, меня обратно. Пощёвывайся-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же ж. Shift. Ой, это пробел. Все отлично, летим. Ай, контрол. Отлично, зацепился. Да ты что, дура, что ли? Иди ты в жопу, какой пошевеливайся. Я такой как наладил этот... Управление. Давай быстрей! Ой, я в что-то врезался, что ли? Ужасно. Давай. Вот так. Вы что, сумасшедшие? Мать вашу, ну... взлетай!
Это же чертовски мне неудобно. Ну блин, ну да, я первый раз управляюсь им. Прям реально первый раз. Так, подожди, подожди. Shift, отлично. С шифтом и управление в радость. Так, давай, 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 давай. Немножечко, немножечко, немножечко. Отлично. Control. Он еще прям, вот прям, вот прям. Прям конкретно дрифтует. Прям ужас. Так, стоп. Ай, заведись. Заглох вообще окончательно. А, окончательно ж нас заглох. Нафиг! Ай! Подвисло все нафиг. Да иди ты в жопу! Сам знаю, что я не там, где нужно. Лично. Не, ну, все равно это лучше, чем Bloodstalker. Еще раз повторюсь сюда. Это лучше, чем Bloodstalker. Я ненавижу Bloodstalker управлять. Да ты! Я тебя сейчас отключу! Я тебе сейчас отключу твой речевой модуль. Будешь бесить меня. Так. С одной стороны, ускорялка хорошая штука, с другой стороны. Я так и знал, что я не впишусь в поворот. Ну, давай, тормози уже там сильно. Вот, отлично. Слушай, с помощью контрола мне еще. То есть вот он вниз, типа, понижение вниз. Мне еще иногда легче входить в повороты. Типа он как бы это. Как будто сильнее притормаживает. Опять через это говно меня пускаете, скоты! Нет никого быстрее тебя! Естественно, я здесь один. Лучше в симуляции. Ой, спасибо. Одобрение, это же так здорово. Я сама буду стала. А я весь килограмма. Тут, короче, это, заметку. Я там получил, типа, говорят, мы кое-как сюда добрались, ну да. Что-то не очень здесь что-то дали. Да, все захаваем все, что можно. Говорит, мы сюда кое-как добрались, типа, за этой отметкой. Но мы, типа, пройдем эту миссию, ну, типа, генезис, типа, пройдем мы и это. Ну, говорит, по крайней мере, ты. И, типа. Надеюсь, ты меня с собой заберешь. И все в таком духе. Вот реально, вот это вот балаболка. А это что все? Вот честно, когда ты играешь в соло. Вот когда ты играешь в соло, вот эта вот балаболка, она даже. Я бы не сказал, что отвлекает. То есть, прям реально, вот то, что она балаболит постоянно, что-то где-то. Да, иногда это лишнее. Особенно с миссиями по поиску Дина, это прям конкретно лишнее. Она прям начинает уже бесить, типа сканирую, не сканирую, и все в таком духе. Но в остальном она вызывает какое-то разнообразие, и ты типа такой, ну да, прикольно. Ну да. Типа есть какое-то разнообразие и меньше заморачиваешься в этом плане. Ну гоночки, это писос! Дрифтинг, мать вашу! Зацепил, не зацепил. Это пошел ты. Давай кругаля. Я говорю еще раз, пошел ты. Газуй. Поворачивай, собака неуправляемая. Вот, я сейчас нажал Ctrl, то есть с опусканием вниз, и ну, прям резко в поворот стал входить. Так, говно не взял. В плане ускорения. Shift у меня всегда зажатый. Я без шифта-то и бегать-то обычно, ходить точнее, не люблю. Вот, чего уж тут говорить-то про ускорение. Точнее, чего уж говорить-то про гонку.
Вот сейчас хоп, и поворот лучше вошел. Оп, ну только вот. Давай, 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 давай. Что за оценка повреждений? What the fuck? Короче, не хочу об этом знать. Не хочу об этом знать, что будет через 9 секунд. Давай! Ай-яй-яй. Не, ну тут как бы тоже диносов дофига. Поэтому неудивительно, что здесь подлагивает, пролагивает, но... Это нормально. Так, спускаться тоже лучше через Ctrl. Да, сейчас бы вот слезть бы заметочку взять, чтобы к ней потом не возвращаться, но бог с ней. Текущее время, ага, осталось-то вообще фигня копейки, да? Ну, возможно, я альфа-то и не пройду. Если уж на то пошло. Есть на это огромные шансы. Долбные астроцетусы, как же вы меня бесите. Тормози, братан. На базе они меня уже бесят, точнее он. Своим пердежом постоянным. Блин, у меня реально... Не было шансов даже. Лена вышла выжившей. Ну, блин, бывает, что поделаешь. Раза была круче, чем я думала. Да вот такая же фигня. Не мешайся. Блин, прикольный монумент. Ну что, давай еще раз попробуем. Бетку. Альфу я точно уже проходить не буду на запись. Если получится пройти, то... Погнали! Ей! Брум, 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 брум. Попробуем на этом. Бетку еще. Альфу уже буду пробовать без записи. Ну и бетку в целом. Если я сейчас не пройду. Давай, давай, давай! И что? Альпай? И что так? Вот 30 FPS, а вот эти вот тр-тр-тр какие-то подергивания прям постоянно. То есть как бы. Если что, 30 FPS это норма. Но вот эти вот прогрузы какие-то из воздуха, это прям очень сильно давит. В том плане, что ты порой не успеваешь среагировать. Давай, 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 давай! Тормози! Не, ну, в третий раз уже лучше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тем более, что здесь одна и та же трасса, как я понимаю. И это такой прям... Да какой ты чё? И так давлю на горшетку, ты чё? Ты... Ой, вообще. Вот, вроде бы и так стараюсь, как бы. Бам! Максимума выдавить, но чё? Ну, ёб твою ж за ногу, ты серьезно кусок блевоты? То есть иногда ты цепляешь, иногда ты не цепляешь. Ты вот сейчас серьезно, да, это? О, а сейчас он зацепил. Ну, это слишком, может, далеко слишком было? Возможно. Что за нах? Начался тут? Что за взрывы? Ты что, метеоритный дождь, что ли, начался? Ты серьезно? Твою мать. Не, конечно, я пока на скифе, то есть пока прохожу миссию, я в безопасности. Но, камон. Я что-то ни разу на них не попадал. Ну да, я бывал здесь не так часто, но все равно. Но все равно. Есть еще, я просто думаю, что... Камон, это же еще FPS мне порежет, это еще ухудшит мою реакцию. Вот, вот о чем единственное сейчас могу думать. Да пошел ты в очко, тварь долбаная! В повороты он входит, как кусок говна.
Давай уже поворачивайся, жирный. Отлично. У нас не остается времени. Ой, да я знаю, там все жопа со временем. Вау. Мне вот забабахать скифа было бы неплохо. Вот, учитывая, что на Генезисе нельзя использовать летунов, скиф бы мне очень сильно помог в этом плане. Единственное, что какой здесь есть летун, это кусок кита. Вот. И это не кит, это кусок кита. Вот. Поэтому, ну, как бы такое себе. Мне он очень сильно не нравится, это во-первых. А во-вторых, седло. На него нужно седло. Лично. Просто красиво попадает сразу же в меня, и все, огонь. Спасаемся миссией. Миссией спасаемся. Не спаслась миссия. Ай, дурдом какой-то. Дурдом. Ну, благо динасов нету. Терять некого. А телепорт у меня там стоит. Недалеко. Как жопы чувствовал, что какая-то хрень начнется и что-нибудь случится. Что-нибудь случилось. Ай. Да. Ну а шмотки-то получить мне вообще легко. То есть в том плане, что подходишь к телепорту, телепорт. А, может, только их нету. Делаешь вот так, и все шмотки вернулись. Ей! Здорово! Починки. Ладно, попробую сейчас за кадром пройти бетку. Если получится, то покажу. Призы. Ну. Кое-как. Прям отвратительно. Отвратительно. Прям очень кое-как. Я не знаю, с какой попытки. Ну, порядка 10, наверное, штук. Даже, наверное, больше 10. Получилось хоть как-то, хоть что-то. То есть прям попыток 5 было. То есть прям вот эти последние 3. То есть вот на вот этом последнем повороте, где я включился, вот прям на нем у меня уходило, и все. То есть я не выруливал. Но вот получилось. Опять-таки же... Так, что-то у нас... Да, урон здесь лучше. Опять-таки же, призы ни о чем. Ну ладно, допустим. Но все равно призы ни о чем. Зато возни очень сильно. То есть бетку очень, ну, как видели, можно пройти, да, все дела, все нормально. Но альфа, это надо прям конкретно следовать маршруту, не пропускать ни одной ускоряшки, тогда будет все хорошо. Здесь же я просто сокращал там, где, ну, то есть уже там, где понимал, что там, ага, вот так я могу сократить, вот так вот я не могу. Вот на вот этой доле секунды поворота мне нужно вот так вот дрифтануть, короче, чтобы жопой я смог зацепить и так далее. То есть как бы прям вот только так у меня получилось пройти бетку. То есть просто так пройти ее было бы очень крайне тяжело. Но... Как-то так. В общем, очень крайне тяжелая миссия. Прям очень крайне тяжелая миссия. Но зато прошел бетку. Альфа я точно не пройду. Я прям в этом уверен. Потому что сколько я раз потратил... Точнее, сколько попыток я потратил на... О, господи, на бету. И раз в 100 надо больше потратить на альфу, да? Может, и с одного раза повезет, а может, и с сотого раза не выйдет. Не буду проходить. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, общаться, как говорится, всем почти. Где-то вот здесь вот, да. Всем спасибо за просмотр, короче. У меня что-то... Да в смысле ты у меня сбился? О, а что ты? Так, ходи. А вот так, во, сбились что-то у меня эти настройки, опять дебилёхоньки. Вообще, короче, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моим видео с своими друзьями, это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока, все настройки, говорю, сбились, вообще не знаю, что такого, пока.